Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Хвост Ньюс. Сегодня мы хотим рассказать вам, как сделать вашу собаку счастливой и как на ее языке рассказать вам о вашей безграничной любви. Оказывается, что для счастья собакам нужно не так много, и мы не о сахарных косточках. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам сделать вашего питомца счастливым. Будьте последовательны. Собаки – те еще консерваторы и предпочитают скучные и предсказуемые сюжеты своей жизни. Их древние предки жили однообразно и не знали, что такое спонтанная поездка на дачу. Именно поэтому в ключевую роль в жизни счастливых собак играют ритуалы и последовательность действий. Условно говоря, собака должна знать, что после утренней чашечки кофе вы пойдете переодеваться, а после этого возьмете поводок и отправитесь на совместную прогулку. И так каждый день. Ужасно скучно, да? Чем скучнее, тем более вероятно, что ваша собака будет в восторге. Обустройте место для сладких снов. Счастливые собаки спят, пока нас нет дома. Они хищники, для которых долгий сон – это естественная потребность. И делать им это нужно около 15 часов в день. Собака, которая не высыпается, становится раздражительной, начинает переживать и разносить дом. Для качественного сна собаке нужно уютное местечко, которое ассоциируется со спокойствием. Очень важно не отправлять собаку на спальное место в качестве наказания, иначе вы добьетесь обратного эффекта. Помните, дома только положительные эмоции. Не ругайте собаку в доме и не повышайте тон. Помните, вы подаете пример своему питомцу, как правильно себя вести. Собака не помнит, что она сделала 3 минуты назад, и все, что она усвоит из вашего ворчания, то, что вы непостоянны и нелогичны. Научите собаку играть в интерактивные игрушки. Зарядка для ума – лучший способ напомнить собаке, что она хищник. Приобретите интерактивную игрушку, из которой совершенно непросто достать лакомство. И покажите, как добраться до вкусняшки. Это укрепит ваши отношения и лишний раз напомнит собаке, что у нее клевый хозяин. Говорите на языке любви, понятным собакам. Обнимашки любят не все собаки, особенно те, что до хруста. Гораздо лучше собака поймет вас, если иногда вы будете ее хвалить за хорошее поведение. Или просто так даже, без повода. Главное не хвалить собаку в момент нежелательного поведения. Любой другой момент отлично подойдет. Чтобы сказать своей диванной булочке, как вы ее любите, постарайтесь выработать для похвалы особенную интонацию. Словно ваша собака только что пристыковала ракету к МКС. Надеемся, это видео было полезно. Желаем, чтобы ваша собака была самой счастливой и не сомневалась, что вы ее потрясающий хозяин. А с вами была Алена на канале Хвост Ньюс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и пишите в комментариях, какие темы вам еще интересны. Всем пока, до новых встреч!